Ребят, всем привет, срочное включение. Помните вчерашний видос, где я задуэлился против Дани Обовина? Где я его затроллил ноускопами, багом. Короче, видос получился очень веселый, кто не смотрел, обязательно посмотрите. В этом видео я вам кое-что интересное покажу. Ребята, меня сегодня ожидает очень интересный подарок. Короче, со мной связался один типок. Это просто было нереально. В общем, вы сейчас офигеете. Короче, я вам сейчас все покажу. Обязательно смотрите ролик до конца, потому что я в шоке. Я в шоке. Обязательно, ребята, подписывайтесь и ставьте лайк. Пишите свои комментарии и айдишники, если вам нужна помощь с голдой, потому что я доначу своим подписчикам голду в каждом видосе. Если ты тоже хочешь себе купить какой-то топовый инвентарь, тебе нужна голда, просто подпишись и напиши свои айди. Короче, ребята, после вчерашнего видоса со мной связался некий Глори, вот этот игрок. У нас с ним произошла определенная переписочка. Короче, давайте я вам ее покажу. Холдик, пры, ау, ау, хочешь подарок? Я видел, ты выиграл Обовина. Хочешь, я подарю тебе такую? Холдик, ау, ты тут? Короче, я вижу, он спамит, яро спамит. И когда он написал М40 монстр, я думаю... Спуфи, это ты? Пишет, подарю тебе. Ну правда, я не знаю, многие просто пишут, ну блин. Пишу ему, привет, что ты хочешь подарить? Потом прочитал М40 монстр, пишу, рили? Для начала, покажи, что у тебя есть... М40 монстр. Я выставил на рынок за 150к. А, вот! А, рили, его аватарка! Да не гони. А, она пустая, рили, пустая, без наклеек. 150к. А ну, рили. Да, вижу. А ну, я что-то должен буду взамен? Я просто не понимаю, он хочет дуэль мне просто так? Или я что-то должен какой-то скин поставить взамен? Я просто не понимаю. А если проиграю? Если я ничего не должен... То ничего не дам. Легчайше. Если я ничего не должен, то вообще поехали. Если бы что-то, конечно, то я бы перепроверил. Окей, погнали. Надеюсь, это не какой-то скамер, который просто сейчас хочет попасть в видос, забрать моё... Ну, видоса не будет, если он скамер. Боже, какой кринж. М40 ноускопами. М40 ноускопами. Базару зиро, ребяточки. Слушайте, ну такой подгончик, если реально... Ребята, М40 монстр я вообще не планировал покупать в ближайшее время. Если бы и был бы у меня этот скин, то, наверное, в последнюю очередь в инвентаре, потому что М40, наверное, самое неиграбельное для меня оружие. Хотя, юмп-то у меня есть. Ну, не знаю, юмп что-то мне нравится. Но М40 у меня красивая очень, вот такая вот М40 консолидейшн. Но, слушайте, я не откажусь от М40 монстра, если он реально... Давайте зайдем в катку, во-первых, проверим. ЗБ или мем? О, так а что ставить? Ладно, я думаю, ему пофиг. Окей, ставим ЗБ Сэндстоун. Ну, поехали, Глори. Так, для начала давайте проверим, есть ли у него вообще эта эмочка, потому что на рынке-то я ее увидел. Хочу в игре увидеть, а ну-ка погнали. Блин, он КТ пикнул, говнюк. Ладно, я затерял. Покажи М40. А ну-ка погнали к нему. Я пока не увижу, не уверю. Я тут, а где тут, а? Я тут, а? Ребята, это рили М40, статрековская, дядь! Она статрековская, я думал обычная. А, я же на рынке чекал статрековскую. Откуда она у тебя? Блин, ребяточки, у него рили М40. Он до ней даже не играет. Пишет, купил. Для тебя? Для меня? Для меня? Я, правда, плохо играю. Ну, погнали, ребяточки, погнали. Короче, беру дигла. Друзья, вселенная DC и Marvel столкнулись на GG стендов. Открывай геройские кейсы, лутай скины и энергию на битву с Таносом. Наноси урон, покоряй топ-бойцов и забирай очень много голды. Кстати, с помощью моего кода ты залутаешь бесплатный ящик, так что скорее вводи и выбивай арканы. А еще можешь прокрутить барабан и забрать один из крутых бонусов. А еще не забывай про мой промо при пополнении, ведь теперь закидывать балик гораздо проще и удобнее. Можно на изи закинуть балик из разных стран и легко увидеть все бонусы. Стань лучшим похитителем камней бесконечности и забери главный приз этого сезона. 1,5 ляма голды на земле не валяется. Братик, также не забудь забрать скинчик в логове, ведь за каждое пополнение ты будешь получать детали, которые можно обменять на предмет. Ссылка на GG-шку в закрепленном комментарии. Беги, лутай скины и гоняй с топовым инвентарем. Что ж, полетели играть. Короче, он горит с М40 на ноускопах. Короче, надо заработать сейчас на М40, я так понимаю. Мне 4 хп, пацаны. Он просто бегает. Я не понимаю, что происходит. Так, у меня хватает на М40. Наверное, он просто дал мне его убить, чтобы я купил М40. Слушайте, не знаю, если честно, у меня даже красивее М40. Вам не кажется, что это консолидейшн даже красивее этого? Красивее М40 монстр. Ну что, поехали, не знаю. В общем, честно, до конца еще не уверен, что скамер это или не скамер. Давайте посмотрим. Посмотрим, сейчас сыграем. Блин, я на М40 монстр впервые дуэлюсь. Ну, когда я ничего не теряю, мне не страшно.
Тихо. О, мне 15 хп. Вау. Опа. Опа. Блин, я проиграл. Слушайте, а вон походу этот... Блин, я не знаю, либо это челик какой-то троллит меня, либо он реально... Ну, не знаю, просто у меня есть челик, ребята, который покупает постоянно одни и те же дуэли. 24 дуэли у меня один подписчик купил, вы понимаете? 24 дуэли, это 40 тысяч голды. Поэтому я ничему не удивлюсь. Либо тиктокер какой-то. Ебать, я его убил! Давайте заберем. В голову. Ну нет, я не могу забрать! Я не забрал ее, ладно. Мне хватает на нее. Нормально. Так, счет 2-1. В мою пользу, отлично играем. Так, let's go дальше. Ой-о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 й-
Непалевно. Блин, надо было тоже забагать скоп и килять его ноускопами. Ну, ладно. Блин, рили. А чё я не... Чё я тупанул? Блин, жесть. Я не пойму просто, это нормальный игрок или это реально какой-то подписчик чисто по рофлу? Блин, ладно, я до конца не верю, не знаю. Давайте сейчас пропушим его жестко, просто летим на плюс В к нему. Сейчас кидаем флешечку, залетаем и прям в лицо ему будем ставить сейчас скоп. Вот так вот. В тёмке. Где он? А, вот. А если на нож возьму, считается или нет? Опа, попал. А последний патрон? О! Блин, у меня перезарядка была. 85 я ему снес. 3-2. Ладно, НТ. Блин, не знаю, ребят, честно, я с М40 редко играю. Вот сейчас начал играть, и мне прям по приколу. Ну, мне так нравится моя М40, если честно. Ну, на халяву я как бы не откажусь и от М40 Monster. Но, честно, М40 Monster, ребят, как-то так себе, не? Ты что, с ума сошел? Ай! Да блин! Ну я не могу ничего сделать, это просто жесть! Блин, я офигею, я офигею, если я кому-то сейчас контент делаю. Я реально офигею. Просто чел бесплатно сейчас дуэль играет со мной, выложит в ТикТок, потом затроллил Холдика, а я еще нифига не получу с этого. Е-мать, ребята, я тупо вдал в голову ему. Вот это хорошо залетело, 4-3. Блин, надо было ставить ММ-ку, чтобы я за этого, за КТ тоже играл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки, еще одна голова. Еще одна голова, 4-4, 4-4. Так как? Я сам не знаю, это просто трэш. Так, блин, я раскиды не взял. Блин, надо вернуться срочно, раскиды взять. Без раскидов тяжело будет. Опа. Что он дал только что? Я то... Подождите. А не рофлит ли это челик надо мной так же, как я рофлил над Бовином? Слишком подозрительно. Я вышел только на ступеньки. Я только вышел на ступеньки, и он мне сразу со скопа прописал в голову. Ну, просто так только с прицела попасть можно. Я не знаю, как он так рандомно залетел. Ну, ладно. Я все равно ничего не теряю. Да блин. А, попадись. Е-мать, просто, как я его стычки убил. А ну давайте возьмем этот монстр. Блин, ребят, это реально? Это дорогая М-ка, по-вашему? Не, ребята, я вангую, это какой-то тиктокер-тролль, отвечаю. В голову! Блин, нифига, как можно ставить ноускопы на этой эмке, рили? 6-5, ребяточки, 6-5, я начинаю камбэкать, ничего себе! Опа! Не, у меня 15 хп было, ребяточки, у меня было 15 хп, и мне еще поднатыка, я сдох. 7-5, ребяточки, в ЗБшке 8 раундов. Ластовый раунд, если я затащу, я его выиграл! Ластовый раунд, господа! 60 хп, норм. Нормально, 7-6, все норм. Блин, надо было не ставить пачку, надо было на дистанцию отходить. Я его просто убил в стычке! Я просто вышел в стычки и его убил. 8-6, ребяточки, 8-6. Я даже не потел, я даже не напрягался. То есть мне как-то было пофиг, не знаю, я просто отыграл по фану. Ну, давайте проверим, типочка. Сейчас все выяснится, с камеры это или нет. Блин, куда он ливнул? А где он делся? Ты куда, бро? М40 отдашь или не?
Никула. М40-ка дашь или нет? А давайте, подождите, в Руму пригласим. Руму пригласить. Блин, он не принимает. Да, я вам отвечаю, это походу... Какую пишет? Ясно. Тикток снимал? Ставь запрос на нее. Что? Давай, ставлю 3888.88. Ставь 69999. Подожди, в смысле? Так, подождите, 3888.88. Вот так, да? Это ж не 300 тысяч, 38, да, 38.88. Вот, никто не перебьет, мы же не на стриме. Так, а ну смотрим. Меня никто не перебивает? Да, никто не перебивает, можно сливать. Но мне кажется, он не солет, это бред. Ставь под слот. А что за бред, в смысле под слот ставь? Вот я поставил, мой запрос висит, просто если ты хотел бы слить, то слил бы, чтоб не перебили. Боже, ребяточки, не знаю, что-то мне какие-то сомнения, что-то не то. Под слот, да? А под слот это сколько? 69 тысяч? Ребятулечки, а не впарит он мне ее сейчас под фул, если я поставлю? Не впарит он мне? Так, 69999.99. Что-то я стремаюсь, ребят. Я ставлю 6999.99, и ты сливаешь за лоу, за 0.03. Сейчас поставлю. Блин, короче, ребят, стрёмненько сейчас, стрёмненько. Потому что что-то не то. Ладно, заказать. Ой, подождите, не заказать. А, да, заказать. Так, ставим 69999.99. Вот так вроде, да? Вроде да. Блин, если он мне сейчас сольёт по фулу, это будет фиаско. Ну, поехали. Что? Подождите, это не за 003. Он мне реально слил ее? Он мне слил ее за 7000? Что? Он меня хотел скомануть, ребята! Он меня хотел скомануть! Он хотел мне за 69 тысяч! За 7к слил? Вернее, ты че меня заскамить хотел? Я хотел затроллить тебя. Охренеть, ты че вообще гонишь? Он мне чуть за 69 тысяч ее не слил. Ребята, он ошибился одной цифрой. Он ввел 69.99.99, ровно такую сумму под слот. Если бы еще одну девятку дописал, он мне ее впарил бы за 70 косарей. За 70 косарей, вот она стоит за 70 косарей. Она просто не продается, ее никто не покупает. Он мне ее слил за 7000. Ребята, смотрите, она у меня за 7000. Блин, минус 7000, а с другой стороны, ну слушай, М40 за 7000, монстр. То есть я ее могу сейчас продать, как минимум, если она мне не нужна. Я могу ее слить, допустим, за сколько? За 38 тысяч по запросу и получу 30 косарей! Так я в плюсе по-любому буду! Ты же мне обещал ее за 0.03. Блин, пипец, он мне ничего не отвечает! Ребята, что делать с ней? Что с ней делать? Где она есть? Вот она! Что с ней делать-то теперь? Боже, ну честно, она такая убогая, ребята, посмотрите, ну, без обид, кому она нравится, мне вот это намного больше нравится, что просто, я не понимаю, он мне слил ее за 6.99, я не знаю, ребят, возвращать ему или нет, напишите в комментариях, или продать ее, или оставить, короче, я не знаю, просто, это какой-то лютый подарок. Передай привет видео, передай и пожи хотя бы привет видео, братик, то без проблем. Но М40 я оставляю себе. Ты меня заскамить хотел. Глори, передаю тебе привет видео. Хочу тебе сказать спасибо за инициативу мне подарить М40. И не хочу тебе сказать спасибо за то, что ты хотел меня заскамить. Ты по-любому ошибся одной цифрой. И, ребята, если бы он еще одну девяточку написал, у меня минус 70 тысяч на аккаунте только чтобы было бы. Минус 70 тысяч за вот это... Извините меня. Не знаю, мне эта М-ка не нравится вообще. Я ее готов продать. Не знаю, напишите в комментариях, что с ней делать, оставлять, продать или слить по запросу. Блин, не знаю, ребяточки, короче, не знаю. Ну, а это дорогая пушечка, на самом деле. Я ее хотел как бы себе в коллекцию, да, но. Блин, не, за 7000. Не, просто мне сейчас голда нужна, а эта М-ка не нужна.
Блин, никто не хочет купить у меня эту М40? Это просто жесть, до последнего не верил, что он мне ее сольет. Ну, кстати, он мне ее не слил, нифига. Блин, короче, ребят, не знаю, но с пополнением меня, у меня теперь есть М40 Monsters. Просто вот, стоило мне задуэлиться против Обовина, как я получил на следующий день подарок. М40 Monsters, прикиньте, как это символично. Таня, Обовин, он же как бы король М40, тут я с ним задуэлился и на следующий день получил М40. Это просто нереальное совпадение, но правда я не ожидал ее получить таким путем. Уж то-что, я думал, я буду покупать когда-нибудь потом. Короче, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Глори, передайте привет в видосике. Но это просто жесть. Увидимся, до новых встреч, ребят, с пополнением.